рамках партийных проектов «Локомотивы роста» и «Старший брат» единороссы Одинцовского округа провели серию круглых столов «Стартап для молодежи». Мероприятие посетили студенты Звенигородского финансового колледжа и старшеклассники галицинских школ. С ребятами пообщались успешные предприниматели, рассказали об актуальных направлениях малого и среднего бизнеса. Также подростки узнали, как грамотно составить резюме, разработать новые бизнес-проекты и подбирать команду сотрудников. По словам исполнительного секретаря Одинцовского отделения «Единой России» Ларисы Белоусовой, такие проекты помогают подросткам определиться с будущей сферой деятельности и хорошо расширяют их кругозор.